Hi, I'm Mila Alonza. Come along with me as I explain the word of the day and some of its uses. Привет, добро пожаловать на мой канал. Это рубрика Word per Day. Слово в день. Look at the bright side. Что это означает? We have to promise each hour. We will always look at the bright side. Мы должны пообещать друг другу, что всегда будем смотреть на все оптимистически. If you want to buy a big dog, of course there is a bright side. And there is also a dark side that you should think about. Если вы хотите купить большую собаку, конечно, есть положительные моменты. Существуют также негативные моменты, о которых вам следует подумать. If you don't have a car, look at the bright side. You don't need to worry about parking spaces. Если у вас нет машины, взгляните на плюсы. Вам не нужно беспокоиться о парковочных местах. It's difficult to move from one city to another. But on the bright side, you change your life for the better. This is what you have to look at. Трудно переехать из одного города в другой. Но есть и хорошие моменты в этом. Вы меняете свою жизнь к лучшему. Вот на что вы должны обратить внимание. Bright side. Положительные моменты, положительная сторона. To look at the bright side. Смотреть оптимистически. Взглянуть на плюсы. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и до встречи в следующем видео.